сейчас война в пространстве неба. Изобретают черти что, дроны-убийцы, враг планеты, летают, чтоб убить кого, со стороны смотреть на это, когда убийца вдруг летит, смерть не щадит уже при этом, что птичка над тобой кружит. А жить всем хочется порядком, от птички прячутся в кустах, в окоп и в лес проще убраться или укрыться в блиндажах. Вот где военная сноровка или смекалка горит, а квадрокоптер не винтовка, не автомат, что с ног косит. Летает птичка в небе где-то, отслеживает мишень свою. Лишь оператор смотрит следом, он в монитор вершит судьбу. И вот летит с размаху птичка, на цель вправляет с высоты, вспыхнув конкретно, словно спичка, жизнь разорвалась на куски. И если повезет кому-то, что коптер не найдет кого, вопрос найдется почему-то: зачем все это, для чего? Не нужно будет в скором танки, все виды пушек и ракет, летать лишь будут словно галки, луны затмят весь белый свет. Так квадрокоптер киллер станет, убить возможно будет всех, кого убьет, кого-то ранит. Такой ужасный сегодня век. И где сейчас приют найдется, чтоб горя этого не знать, к Богу с мольбой прийти придется, должны все это понимать. Молясь о тех, кто нас покинул и кто сейчас теперь в раю, свеча сгорает, она стынет, молясь, я голову склоню.